Всем доброго здоровья и приятного аппетита, сейчас кушает с вами Юлия и Мишка. Всем привет! Ребят, игрушка под названием Arena Gods, Gods, как угодно. Собственно, это гладиаторские битвы. Если что, я буду желтым, Юля розовым. Розовая, да! Игрушка реально веселая, угарная. Здесь нужно друг друга по-всякому месить просто в кашу. Юль, если что, я тебя сначала не буду так угодно бить. В общем, вы можете подбирать оружие и валить просто всех нужно в кашу. И валить отсюда нафиг! Вы там заколебали. О, видал, как круто, я так, почти закинула в мужика. Почти закинула. Да, слушай, я прикинусь, что я типа тут не при делах. Все, Юль, теперь твоя очередь. Меня здесь нет. Ой, Юля, беги. Ай, блин, ах ты пес, нет. Всех в кашу развалил. Это круто, на самом деле. До трех побед. Да, здесь до трех побед. Мы добавили ботов двух, чтобы было повеселее. Чтобы, да, повеселее. Но мы потом, может быть, устроим еще мощный дуэль. Может, да, я начищу тебе твой фейс. Ну, мы еще посмотрим, чем это все закончится. Ладно, здесь что круто... Ай, спасибо. Бом-бом-бом, всех! Всех, дайте сядь! Ай! Куда ты... А куда я свалила? Слушай, Миш, куда меня снесло? Все, ты провалилась сквозь пол, на самом деле. Чёрт! Да, блин, я чувак. У меня были все шансы, я уже чувака метелила. Я видел. Чувак, смотри, застрял там. В чем дело? Миш, давай вынеси их, что ли. Вон еще одного. Вот это было несправедливо, я считаю. Я тебя копьем кинул, тебя прошибло насквозь, Юль. Пока на нем сидела, я тебя сшиб нафиг. Просто нужно внимательнее быть. Гадина такая, помешал. Здесь реально, если что-то кинешь такое, то сразу же нафиг расшибет. Все, я мужика сразу же. Юль. Том. Ты понимаешь, что у нас сейчас с тобой дуэль будет? Так. Ой! Ой! Чуть меня не... Ой! А что он в меня-то прилетел? Сейчас! Вот так будет тебе! Ес! Моя победа! Ура! Все, ура! У нас ни у кого больше победы нет. Боты пока, да, что-то тут... Отдыхают по сравнению с нами. Курят в уголочке, нет. Ну, если вы один будете с ботом играть, они вообще на самом деле... Ой, блин! Я спасу! Ай-яй-яй! Нет, я пока... Все, я побежала, вот здесь, может быть... Я всем ударился. Крутой будет, да, отлично! Отлично! Отлично, отлично. Ты вот на... только лишь бы меня не выбил ничего. А ну пошли вон отсюда. Так, Миш, я тебя спасла. Ой! Опять провалилась. Нафиг. Слушай, я тоже хотел в тебя кинуть. Это была победа. Слушай, ты как-то быстро вообще. Три победы получил. Все, видите, как клево и красиво. Так, все, я сейчас готова опять вам нарезать. Попытаться. Победа уже у меня в руках есть. Да, пока 1-0. Но мы будем все равно между собой считать. Конечно, конечно. И между ботами тоже. Так. Юля, ай, иди. Нет, я пойду это отойду. Пацаны, мне здесь нет. Ай. Пошел, мужик. Да. Все, я сейчас намесюсь. Ну идите сюда, четко. Ай-яй-яй. Мужик шлемами закидался просто. Вот я сейчас возьму и как только его высеку. Ай-яй-яй, нет. Нет. Он почти, Бежим. Фига он. А ему немного ли? Да хрена себе. Забрал. Слушай, оружие, ну чё, а я не знал, что так можно. Да, тут можно в одну руку брать и в другую. Нужно учесть. Ну он всё, короче, себе заграбастал. Не оставил мне шанс. Смотри, левый-правый. Левый-правый, всё. Да, кстати, блок еще есть, на самом деле. Ай, залазь и бей его, прям мутусь. Ну не мешай, Миша. Это... Я почти его добила. Я не знал, что, я думал, наоборот, на тебя залезли. Ой, как быстро. Слушай, а где моя половина туловища? Что со мной не так? Обои зашинковал в кашу просто на самом деле. Так, я должна, как сказать, быстро, работать. Быстро. Поехали. Так, зеленый, ну-ка давай. Так, ай-яй-яй-яй. Сейчас здесь что-нибудь появится крутое. И я его высеку. Вот так, Как блок ставить, интересно. Так, я что-то... Ай, сам себя! Да уйди ты со своей этой фигней. Промахнулся. Здесь же нужно еще на чувака лечь, обязательно успеть. Ай, блин, зачем я это сделала? Расходимся. Блин. Ай, почти. Копье в копье, что ли? Да ё-моё. Ай-яй-яй. А ну иди сюда, пёс. Кто кого ж завалит? Да чтоб ты. Жесть. Так. Да ё-моё, фига себе, что за дерьмо творится. Жесть!
Блин, оно не убило. А, я выжила, да я что? Выжила. Слушай, себя считай, и с той стороны вижу. Я сам себя убил. Прикинь. Слушай, вот это эпик, вот это был эпик. Вообще, просто. Долго задержалась битва. Класс, слушай, это, кстати, да. Даже дуэль-то проводить не надо. Прикольно, что она тоже оружка туда-сюда летает. Меняет это весь геймплей, на самом Согласна. Деле. Блин, чувак, вот как он щит ставит, а? Я тоже не понимаю. Ай, сейчас завалит еще меня. Так, сейчас нужно разобраться с этим. Юля, беги, иду, Юля, на Юля, беги, да беги, беги, нафиг, беги, беги, это ты тут? А, блин, ко мне тут, да что я ты? Я тут вообще не при делах, пацаны, я вот сейчас здесь постою. Сейчас я его мухарь набью. Все. Так, набил? На, сейчас. Это я, это же я, зачем ты меня бьешь? Я всех сейчас и забью. Так, все. Сейчас мне тоже нужно оружку взять. Все, Юля, опять мы, ах ты жопа, так. Ты прикинь, ты в меня попал так. Этим. Yes, yes. Блин, вовремя я кинул. Юле, слушай, у меня уже две победы. Опасно, опасно. Отлично, отлично. Блин, хорошо. Сейчас иду. Узнаю, как блок выполнять. По-моему, как-то можно зажать эту штуку. Я вот, кстати, не совсем поняла, что за тень, интересно, сверху. Ай, мужик. Ну это просто как. А ну пшел от меня! Вот на, всех растолкать! Ай-яй-яй! X или B или Y. На какую? Все, я знаю. Да что творится-то, я не Черт понимаю. Черт возьми, Мишка, здесь слишком открытая местность. У него виллы. Отвали, есть. Так смешно выглядит, если честно, странно. Да что? Сдохни ты. Все, прям на него надо было садиться. У него два щита. Миш, возьми виллы, возьми виллы. А, ну ты и так, кстати, пищу завалишь его. Ты Халка звали. Они еще и не победы. Мы сейчас на равных, да, получается. Да-да-да, кто-то из нас. Что-то будто вообще там где-то отстают, на самом деле. Только мы это говорим, и они сразу активизируются. Так, нужно искать. Вот светится так. Вот эта платформа, где выпадет оружие. Нужно туда встать. Вот сейчас, погоди, не мешай, только я его завалила. Все, сейчас мы с тобой. Опять мы вдвоем. На равных. Ой. Щит, ну. Все. Черт, выпал. А где оружка, где оружка? Да ё-моё. Да что ты делаешь? Блин. Чуть себя не завалило. Ай. Уронил. Ну открывайся. Давай быстрее, что здесь? Ой, нафиг, я пойду. Все, смотри, как я готов. Ты в курсе, что можно брать в одну руку и в другую? Один бампер, одна рука. Ну все, тебе капец. Блин! Я не увидел штуку. Я ждала этого момента, но я думала, что ты заметишь. Здесь, видишь, показывают, сколько. Давай, это было круто, согласен. Ну не, мясо крутое. Игрушка на самом деле очень сырая, но есть уже мясо. Да. И вот это, мне нравится, кровище, как вот реально гладиаторский бой. В конце боя вообще на самом деле. Да, только не хватает вот карт. Да, карт бы добавил. Ну мне кажется, все. Ну я думаю, все впереди. Если игрушка, как сказать, будет оценена. Ой. Так, это Юля. Блин, нет! Так, аккуратно с этой штукой. Да, у него все. Как это? Я узнал, как блок ставить. Блин, зашинкаю его сейчас, Ой, спасибо. Ай-яй. Да, а как так? Да ё! Мужик застрял. А теперь он затупил. Сейчас возьму вот эту и его прямо. Отлично. Хорош, у него поза была просто гениальная. Фух, я узнал, как блокироваться, это стиком нужно крутить, стиком. Да, кстати, управление только с геймпадов, если что, ребят. И локальный мультиплеер. Вот, я все. То есть можешь блокировать удары. Это, кстати, разнообразило. Блин, нам. Так тупо! Черт. Ай, так тупо! Нет, так, я не хочу вздыхать. Сейчас, ну-ка. Сейчас все. Ну ты сейчас все. Не факт, нет. Ого, это что у него? Такая крутая штука. Фига себе его. Прикольно вот с этими переходами. Да, иначе было бы, может быть, типа нереалистично, но зато фишка в том, что очень меняется геймплей. Экшона добавляет. Ты можешь вообще неожиданно получить в спину себе какой-нибудь штык. Это очень опасно. Ах, ты чёрт. Блин. Урод. Что-то как-то не срабатывает бывает. Да вы что тут меня месите? Все. Все, прям под мышку. Все, прикинь, он всех троих завалил. Вообще, что за какой-то адский. Халка завалил. Это он за то, что затупил сначала. Активизировался наконец-то. Ну ладно. Зеленый, по-моему, слабже всех. Да я не знаю, что это зависит. Мне кажется, просто меньше всего везет. Дурацкий цвет просто. Да ну, это цвет шикарный. Все, я этому уже. Так. Понятно, кто встретится сейчас. Опа!
есть. Вверху с ракой своей подлетел. Ой, хорошо плясать. Слушай, мне кажется, это... Нужно сейчас дуэлью устроить. Да, давай. Да. Вот это вот решающее. Двух супермастеров. Супербойцов. И так понимаешь, что ты шушера. Ай, все. Блин. Ну, я почти его завалила. Ой, он меня. Ну, сдохнул ты уже. Опа! Черт. Ой. Все, я башку квашу. Ага, идите нафиг, пожалуйста. Ой. Ай! Да, yes, отлично. Так, 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 так. А, здесь нету этих. Ой. Он будет бесконечно. Кстати, ой! Тихо, так. Тихо, тихо, отвали. Ай, блин! Ой, нет, вставай, Юля, вставай, вставай. Все, да, все, мне конец. Все. Но... О, я предлагаю устроить новую игру и чисто вдвоем, да, без бота. Давай, жми ее кнопочку и все, поехали. Давай. Фух, быстро все сразимся, тут стартует. Сразимся, короче. Здесь на самом деле крутое музло, но, к сожалению, очень редко оно звучит. Ну да ладно. Готова, так, Юль? Где я появлюсь? А что? А ты просто нажал, я не успел нажать отключить в одиночку. Я как засала просто. Я решила не выходить. Жми, Юль, старт, чтобы... Сейчас, во, видал? Все, давай, давай, готово. А то уж как-то ты, скучно. Ты мне слишком поторопился. Это надо меч кинуть и его ловить, то есть, да? Нормально, да. Ладно, все, жмем, поехали. Мне кажется, было бы четко. Так, я розовенькая. Да-да-да-да-да, напоминаю на всякий случай. Все, здесь тактичная будет битва. О, блоки пошли тут. Да ну, это сразу, ну и че, блин? Без башки остался. Нет, тебе нужно было кувырками просто валить. Понятно, но я бы не успела, скорее всего. Нормально все бы успел. Тут кому повезет, кто первый прибежит. Так, готова, да, к новой битве? О, у меня... Ну, забыла, конечно, вот нет, ну как это назвать? Ой, я могу снять... Да, именно они выпадают. Ай, да ё, я забыл, что здесь пробел. Блин, не успел. Я даже его не видел, пипец. А мне кажется, на труп уже не сядешь. Ну, упасть я могла бы на бы. Ну да, блин, ты жесток. Не, смотри, Юль, прикол, кстати. Можно здесь взять и трупом притвориться. Эй, 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 эй! Отлично, отлично. Ну, вот ты притворился, называется. Ты уже не притворяешься, ты уже вообще есть он. Стой, я еще раз все-таки покажу. Не бей, пожалуйста. Просто я есть труп. Долго можно валяться. Ну ладно, все, погнали. Так, да, погнали. Ого. Нет! Ай! Так. Так, 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 быстрее, что-нибудь, что-нибудь. Щит, отлично. Так, аккуратненько. Yeah! Блин, четко. Короче, чего у нас решающий? Ну, типа того, супер решающий. Соберись, кто из нас, Юля? Давай, все. Давай. Как раз симметрично появились снизу. Все, о-о-о, иди сюда, давай в рукопашку. Нет, короче, нет, в рукопашку. Нет, нет, беги, беги. В рукопашку, нет. Что-то мне раунд не задался. Блин, да у кого не задался, то у тебя задался. Черт. Все. Так, быстрей. О, нет, 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 блин. Я тебя еще пощажу. Бежим, Юля, бежим. Давай, против меня. Давай, человек-щит. Кто пес? Ой. Так. Ой, блин. Нет. Все. Да ё, как так? Нет, нет, нет. Черт, нет, 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 ну все, это конец. Все, если ты уже залез, видал, в какой агонии я. Ох, ну Мишка по праву, да. Ладно, я думаю, стоит на этом закончить. Неплохо поместились. Будем следить за игрой. Если что крутое появится, мы обязательно еще покажем. А на этом все. Всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.